Всем привет! У нас автомобиль Chevrolet Captiva 2015 года, она бензиновая, трехлитровая. Накладки сейчас покажем, как они выглядят, и процесс установки. Для того, чтобы демонтировать старый порог, нам необходимо вот с торца здесь открутить два болта. Под днищу, вот видите, идут клипсы, и здесь вот еще под брызговиком тоже два болта. По центру она пропечатана на таких защелках, тоже пластиковых клипсах. Снять эти клипсы целыми у нас не очень получилось, и думаю, у вас навряд ли получится. Сейчас покажем комплект, из чего состоит, и демонтируем эту, увидим с вами порог уже снятый и увидим новый. Так, сняли. Видите, вот так это все выглядит. Вот они вот сюда, вот сюда. Защелки. Старый порог, вот, который человек покупал, вот он с завода, вот он идет из двух частей, двухсоставной. Здесь у нас сейчас цельный, держи. Что делаем? Также вставляем клипсы, которые идут в комплекте. Вот они, видите, тут клипсы предварительно смазываем литолом, дабы уберечь поломку пластиковых клипсы, чтобы оно легче ставилось. Сейчас защелкнем его, зафиксируем, потом будем ставить вот на эти кронштейны. Кронштейны тоже идут в комплекте и встают в штатные места. Выполним это и покажем вам. В общем, установили мы порог. Вот видите, здесь штатные места были, заглушки. Вы их снимаете, под ними резьба. Вот он встает в трех точках. Крепится. Сейчас, секундочку, покажу вам. И здесь вот они крутятся еще в двух местах. Вот видите, по 4 болта. Порог очень крепко закреплен. Думаю, даже можно наступать. Поэтому вот так это все выглядит. Сейчас машинку опустим, покажем, как он сверху смотрится. Вот так они выглядят, смотрите, сверху. В принципе, очень даже неплохо смотрится. Так что, если есть желание, покупайте, делайте, ставьте. Что хотел сказать. На данный момент сами пороги комплект стоят 12 тысяч. Установка, если сейчас берете, будет бесплатно. Так что пользуйтесь моментом. Если есть вопросы, пишите в комментах. Всем удачи, пока.